Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює». 6 березня відзначався Міжнародний день зубного лікаря. І з цієї нагоди ми запросили до студії гостю, яку я вам зараз і представляю. До нас завітала сьогодні Юлія Гончарова, лікар-стоматолог обласної стоматологічної лікарні. Вітаю вас. Вітаю. Юлія Анатольовна, ну ми вже сказали, що 6 марта – це Міжнародний день зубного врача, а 9 февраля відмічався День стоматолога. Достаточно близко целых два таких профессиональных праздника. Почему так получилось? Чем они отличаются? Вот стоматолог и зубной врач. Вот расскажите об этом. Каждое из этих событий связано с каким-то событием стоматологии, которое произошло. Допустим, 6 марта было в 1790 году изобретена первая прототип зубной машины, стоматологической, зубной бор. И это явилось как бы поводом для празднования Международного дня зубного врача. 9 февраля Пьер Фошар в 18 веке приурочил этот как бы к празднованию Дня стоматолога во имя как бы святой великомученицы Аполлонии, которая является покровителем всех зубных врачей, врачей-стоматологов и всех людей, которые болеют этим недугом, скажем так. Но все-таки вот зубной врач и стоматолог. Вот можно как-то разделить эти профессии? Да, разделяется. То есть изначально, как бы, да, очень давно были просто школы, где выпускали зубных врачей. Они лечили зубы. На сегодняшний день тоже у нас есть такая, да, специальная зубная врач. Она, чем она характеризуется? Тем, что это человек с средним медицинским образованием, который закончил медицинский колледж 3 года, и у него, допустим, достаточно ограниченное количество манипуляций, которые ему разрешено делать в полости рта. Врач-стоматолог – это доктор с высшим образованием, который закончил институт, который и закончил интернатуру, ординатуру, имеет, ну, уже квалификацию. В список его манипуляций как бы достаточно широк. Он имеет право работать и в терапии, в ортопедии, в хирургии. То есть, скажем так, этот человек, который изучал не просто зубы челюстной систему, непосредственно только строение зуба, который изучал строение всего организма. Соответственно, спектр его работы достаточно велик и широк. Юлия Анатольевна, ну, очень много вопросов к вам, как к стоматологу. Я надеюсь, мы успеем их все озвучить. Давайте начнем вот с таких, наверное, наиболее актуальных и острых, как тавтология, острая зубная боль. Вот это людей всегда беспокоит, тревожит, пугает. Что делать, если вот появилась острая зубная боль и нет возможности немедленно обратиться к врачу? Острая зубная боль – это уже сигнал организма о том, что что-то мы допустили оплошность, где-то мы не уделили внимания, и вот ай-яй-яй, ой-ой-ой. Как правило, пациенты жалуются, уже как бы приходят с жалобами, и всегда эти жалобы у них не своевременны. Когда это случилось в поездке, где-то дома, ночью, рано утром, единственный способ – это принять обезболивающую таблетку. Максимум – это, скажем так, бабушкин рецепт – прополоскать полость рта содосолевым раствором и, конечно же, с утра бежать к врачу, потому что самостоятельно справиться с причиной никто не сможет. То есть непосредственно только врач в стоматологическом кабинете сможет оказать квалифицированную зубную помощь. То есть есть ли какие-то, может быть, еще народные методы, которые вот себя зарекомендовали как действенные? Очень много. Пациенты приходят и рассказывают очень много о разных способах. Мы приложили там кусочек сала, кусочек алоэ, кусочек еще чего-то. Это все замечательно. Это больше как бы на подсознание как бы работает. Обезболивающая таблетка, звонок врачу в неурочное время и на прием. Хорошо, чтобы не допустить вот такой ситуации, что надо делать? Вы сказали, вот вы не уделили внимания должного. Как нужно уделять внимание? Конечно же, самое главное в медицине – это профилактика. То есть лучше предотвратить, чем лечить. Профилактика занимает очень серьезное место в нашей как бы жизни и в нашей работе, и ей уделяется, ну, как бы достаточно большое время. И самое главное – это прийти вовремя, желательно, да, то есть как бы к стоматологу, независимо от того, болит что-то либо не болит. Профилактика стоматозаболеваний, как бы, она делится на 3 группы, да, первичная, вторичная, третичная. Первичная – это когда человек сам дома занимается, да, собственной гигиеной, он следит за своим здоровьем, он правильно питается, это уже является профилактикой. Вторичная профилактика – это когда
идет своевременное выявление терапевтических каких-то заболеваний, их лечение, да, и профгигиена полости рта у стоматолога. И уже третично — это когда выявление непосредственно заболеваний, лечение и предотвращение осложнений. Профилактика... Ну, если говорить вот об общих правилах профилактики, когда нужно обращаться, кому, как часто, куда? Да, словила мысль о том, что обращаться желательно к стоматологу, вне зависимости, болит что-то либо не болит, надо 2 раза в год. Как бы это такой вот эталон, да, то есть если, в принципе, нет каких-то сопутствующих заболеваний, если нет острых каких-то моментов, нет заболеваний пародонта, слизистой, то есть это раз в полгода на прием в целях, как бы, да, выявления того, каких-то заболеваний, которые человек не может почувствовать, чувствовать еще, которые еще вот не звонят звоночком, что вот ай-яй-яй, больно. То есть если же есть какие-то предпосылки, то это раз в 2-3 месяца как бы нужно обращаться. Вы упомянули такую вещь, как индивидуальная гигиена полости рта. Что подразумевается под этим понятием? Что человек вот самостоятельно должен делать для здоровья своих зубов, еще не обращаясь к врачам? Человек должен как минимум не меньше 2 раз в день чистить зубы, используя для этого различные средства гигиены. Да, это зубная щетка, зубная паста. К ним может быть еще добавлены это зубные ополаскиватели, ирригаторы, зубные нити, флосы, о которых мы дальше, как бы, да, поговорим. То есть это все является индивидуальной гигиеной полости рта, использование всех этих средств. Обязательно чистить зубы правильно. То есть мы можем продемонстрировать, да, то есть если говорить о правильной чистке зубов, то мы визуально, да, делим верхнюю и нижнюю челюсть на 4 сегмента, начинаем с правого верхнего, и движения должны, как правило, быть выметающие всегда, вот как бы основное правило, это от розового к белому, то есть от десны к коронке зуба, либо от десны к жевательной поверхности зуба. Как бы вот такие вот горизонтальные, да, движения, они должны быть только на жевательной поверхности зубов. Передняя группа зубов тоже тоже вот так вот она идет, выметающая, обескабливающая, и круговые движения зубной щетки, они должны быть уже окончанием нашей чистки, да, то есть которые являются как бы и массажем для десен, и дальнейшее как бы уже лучшим окончательное вычищение межзубных промежутков, то есть как бы вот. Сколько это времени примерно должна занимать чистка зубов? Чистка зубов должна занимать не меньше 10 минут. От 10 до 20 минут — это вот, самое лучшее, как бы, да, можно сэкономить. Значит, ну это реально щетки. 10 минут стоять, вот, и чистить, да, зубы? Это же... это тщательно, если говорить, вот, ну не меньше, хотя бы, было бы замечательно. То есть можно сэкономить на зубной щетке, можно сэкономить на зубной пасте, можно не брать там брендовые, самые дорогие, то есть можно как бы, но на времени экономить не стоит. То есть себя надо любить. Если уделять 20 минут в день себе утром и вечером, это уже будет как бы залог хорошего результата. То есть просто вот такие вот механические движения в течение 10 минут, вот как вы показали, да, вот это, да, делать. Да, да. Вы сказали массаж десен. То есть это тоже зубной щеткой делается? Да, да, да. Также как бы есть разные зубные щетки, они бывают, да, с личинкой. Здесь бывает как бы поверхность специально как бы для очистки языка, есть специальные ёршики для очистки языка, специальные для очистки щек. То есть приспособлений на сегодняшний день очень много. Зубных щеток тоже большое разнообразие. Это обычных, да, механических, да. То есть спектр большой. Урок гигиены всегда ваш доктор может вам дать, рассказать, как правильно очистить. Потому что если мы не успели проснуться, начали чистить зубы и просто вот зад вперед и вверх-вниз, то как бы толку не будет, ну, результат будет как бы достаточно низкий. То есть если уделять этому должное внимание, плюс позаботиться о том, чтобы средства гигиены подходили именно вам непосредственно, да, то как бы будет все хорошо. Слушайте, ну как вообще вот сориентироваться? Вы сказали, огромное количество же разных моделей, видов зубных щеток, зубных паст. Кстати, вот что, на что лучше обратить внимание, что важнее для здоровья зубов? Правильная щетка или хорошая паста? Зубная паста, она очень важна, конечно же, в зависимости от того, что, какая у вас есть проблема, идет и направленность зубной пасты. То есть, если вы хотите просто белоснежную улыбку и поддерживаете, да, ее, то есть, как бы ваш спектр средств по гигиене может сходить от белящей зубной пасты, которая используется 2-3 раза в неделю, не чаще, в комбинации с обычной зубной пастой. Если
есть проблемы с деснами, да, с кровоточивостью, либо чувствительностью, подбирается, соответственно, зубная паста этого направления. То есть либо в ней как бы преобладает терапевтическое как бы действие какого-то лечебного препарата, либо преобладает как бы для снятия чувствительности, если это противокариозные, это как бы преобладает соединение фтора, да, в пасте. Но ни одна зубная паста не вычистит зубы так, как вычистит зубная щетка. То есть все-таки прерогатива в сторону зубной щетки, потому что благодаря ее строению, да, этим щетинкам, которые находятся иногда, да, это как бы электрическая зубная щетка, то есть вычищаемость зубов намного как бы повышается, потому что она может достать те участки, которые не достают. Хорошо, как выбрать зубную щетку? Ну, давайте поговорим не про электрические, обычные зубные щетки, какие модели отдать предпочтение, на что нужно обратить внимание? Значит, зубные щетки бывают абсолютно разные, но как бы, как правило, они делятся на три, да, категории. Мы в основном так вот делим, да, по степени жесткости щетины: мягкая, средняя и жесткая. Как правило, для взрослых, да, зубная щетка идет длина головки, она как где-то 20-30 миллиметров. Для деток она меньше, потому что первая зубная щетка у ребенка должна появляться с момента прорезывания первого зуба. В принципе, этого достаточно. То есть и дальше уже идет уже по форме, как кому удобно, то есть, да, по расположению щетинок, то есть тут уже идет дальше какой-то менеджмент, да, стоматологии, как вот тут щетинки в этой щетке так расположены, здесь так, и уже дальше человек смотрит, что ему комфортно по ощущениям, по тому, как у него действительно вычищаются зубы, то есть он это уже подбирает индивидуально. Но в первую очередь лучше смотреть на, как бы, на степень жесткости. То есть если с деснами все хорошо, и они как бы не кровоточат, то можно брать среднюю-жесткую. Да. Если же есть проблемы с деснами, если как бы какие-то заболевания, то надо брать мягкую, максимум среднюю. То есть, ну, вот так вот, вот такая вот ситуация. Хорошо, если говорить о средствах вот индивидуальной гигиены полости рта, то такая вещь, как зубочистки и зубные нити, вот флоссы. Что вы об этом можете сказать? Значит, можно разделить друзья стоматологов и не друзья стоматологов. Значит, флоссы – это друзья стоматологов, зубочистки – нет. А почему так? Почему? Потому что зубочистки являются достаточно травматичным как бы элементом средств гигиены, которые их относят, благодаря, ну, из-за своего строения. То есть если как бы травмировать зубочисткой, да, какой-то участок проблемный и перенос инфекции микроорганизмов в другой участок, то есть если уколоться, да, снова поранить, то можно просто как бы это воспаление перенести более обширное, ну, донести до большего как бы очага. И в итоге будет очень много проблем, ни хороших, ни приятных. То есть и вычищаемость зубочистками, допустим, она более травматичная. Флоссы – это идет атравматичная нить, то есть она не травмирует десна, конечно же, если там не применять всю силу в руках, вот. И они бывают разные, как бы даже по структуре, некоторые разволокняются под действием слюны, как бы становятся более такие широкие и удобно вычищают. И, в принципе, это является средством обязательной гигиены полости рта для очищения всех межзубных промежутков. То есть если флосс намотать, вот примерно 20 сантиметров, да, между, на пальце, и вот так вот выметающие такие движения, как бы между зубами удалять остатки еды. То есть это обязательно. Особенно при скученности зубов, когда идет где-то какие-то неправильный как бы прикус, да, идет зуб на зуб, как-то вот попадает не то очень, флосс, да, какие-то флоссы проходят, потому что ни зубная щетка, ничего не пройдет. Еще есть как бы ирригаторы на сегодняшний день, это приборы, которые под давлением очищают, идет под давлением вода, да, и они очищают межзубные промежутки, тоже полость рта. Вместо воды можно использовать любые ополаскиватели, какие-то травяные растворы, которые будут просто как бы улучшать. А вот ополаскиватели, которые есть, вот существуют для полости рта, вот насколько полезно их применение, насколько оно рекомендовано вами? Как рекомендовано обязательно, как правило, если у человека очень активный образ жизни, он не успевает, да, каждый раз после каждого приема пищи почистить зубы, либо он там в командировках, то как бы ополаскиватель – это одна из как бы таких вот запасных, да, вот элементов. То есть прополоскали полость рта, они способствуют тому, что зубной налет не так сильно образуется, как бы меньше, да, частота, и все-таки хватает от чистки до чистки больше как бы промежуток состояния полости рта, как бы оно более чистое. А вообще в идеале нужно после каждого приема пищи чистить? В идеале, да, было бы замечательно после каждого, но либо как бы хотя бы утром и вечером, в зависимости, да. Но если так, все хорошо, нет никаких вот претензий, врач говорит, вы дисциплинированный там пациент,
пациент, все замечательно, у вас как бы все мы держим в норме, то есть там есть несколько пломбочек, но так все ваши зубы хорошие, здоровые, все замечательно, тогда от как бы, да, утром, вечером почистить зубы этого достаточно после приема пищи и ополаскивать полость рта, то есть как бы в промежутках. Хорошо, вот про утро. Как правильно делать, как нужно поступать? Чистить зубы сразу после пробуждения или все-таки после завтрака, учитывая, что ну, после приема пищи? Как вы советуете делать? Как правило, советую так. То есть, когда мы просыпаемся, лучше прополоскать рот либо каким-то ополаскивателем, либо просто водой, да, просто для того, чтобы как бы смыть вот этот, вот, вот этот налет, неприятный как бы привкус, да, полости рта. После приема пищи уже минут через 20-30, минут через 15-20 даже вот так вот, вот можно уже чистить зубы и уже как бы вот где-то вот в таком вот, в такой вот последовательности. И так же самое вечером, на ночь после приема пищи надо чистить зубы. Потому что вот это бытует мнение, что вот мы проснулись, и мы как бы да, идем кушать, надо да, надо зубы. Почистить, потому что мы вот то, что вот мы сидим, вот ну, потом вот там будет плохо, ничего подобного. Соляная кислота, которая в желудке, да, она не пропускает никаких организмов, это все миф, как бы, да, вот я читала мифы в стоматологии, вот это один из мифов. Вот, то есть ничего никуда не пройдет, ничего как бы нам не будет плохо, но просто как бы для ощущения чистоты, да, то есть все-таки после пробуждение лучше прополоскать рот. Зубной налет и зубной камень. Что это такое, от чего они образуются и как с этим можно бороться? Это этапность. После, у каждого человека, каждый из нас после приема пищи образуется как бы пленочка на зубах и как бы, да, мягкий зубной налет. Если мы не будем должным образом ухаживать за собой, этот мягкий зубной налет станет твердым. И уже никакая зубная щетка, никакая паста, никакой ирригатор или флосс уже не поможет. Только уже профессиональная гигиена в кабинете у стоматолога поможет избавиться от, как бы, от зубных этих твердых зубных отложений. То есть, по сути, это стадия, да, от мягкого зубного налета мы переходим к плотному. Вот и дальше уже как бы по нарастающей проблеме. Поэтому бороться нам нужно с мягким зубным налетом, то есть после каждого приема пищи просто его очищать щеткой. Иногда нету под другой пасты, можно просто щеткой, да, и просто если всегда есть с собой какая-то бутылочка с водой, просто после приема пищи прополоскать рот, то есть это уже залог как бы хорошего поведения. Хорошо, пациента. Вы сказали, вот, что стоматолог удаляет, если эти как бы, образования на зубах уже приобрели какой-то плотный характер. Это болезненная процедура? Насколько она вообще безопасна для эмали, например? Да, одна, не могу сказать, что она очень приятная, да, то есть все равно любые вмешательства стоматологические, они не являются там безумно приятными, что пациенты всегда бегут и хотят вот, в очередь, чтобы вот мы хотим у вас вот просто так посидеть, да, в кресле, просто так, чтобы нам что-то сделали. То есть и она не является безумно как бы там приятной, но она на сегодняшний день стоматология настолько шагнула вперед, что она, в принципе, достаточно безболезненна. Потому что, по сути, под действием ультразвука как бы зубной камень отскакивает от зуба, и это все слюноотсосом, да, потоком воды, все это забирается сразу с полости рта, и как бы, пациент ничего не чувствует. Да, это неприятно, но это необходимо, потому что дальнейшее как бы, увеличение зубного камня, да, оно ведет уже к заболеваниям ткани пародонта, десен, и эта проблема уже, с ней уже намного сложнее бороться. Вредно ли это для эмали? Очень многие пациенты приходят, действительно, первый вопрос, который они задают, это же вредно, вот вы мне поцарапаете эмаль, а у меня потом будут проблемы. Нет, как бы это исключено, потому что доктор – это доктор, он не просто доктор, он этому учился, он приобретал эти навыки долго, тщетно, как бы, да, он к этому шел, поэтому это безопасно. Ультразвук, когда он соприкасается, насадка ультразвука с эмалью, она перестает как бы, да, действовать, перестает идти вот это вот напряжение, поэтому это достаточно безопасно. Плюс профессиональная чистка зубов, она включает в себя несколько этапов, то есть если это какие-то уже системные, да, заболевания, там, ткани пародонта, то есть они включают в себя вначале механическую, ручную как бы очистку, а потом уже ультразвук и полировку, да, как бы когда это среднее такое состояние запущенности, то есть в принципе ультразвука хватает, и в дальнейшем врач что делает? Он посредством различных паст, разной абразивности, различных приспособлений стоматологических, он полирует всю эту поверхность, заполирует до такой степени, то, что на микроуровне уже там никаких шероховатостей нет, ничего уже цепляться не будет, для того, чтобы уже все вот эти вот мельчайшие частички зубного камня, налета, чтобы этого всего уже не было. То есть поэтому это и профгигиена, поэтому это можно сделать только врачом и только у себя в кабинете. Юлия Анатольевна, вы сказали, что начинать чистить зубы нужно с появлением первого зуба. Давайте поговорим о детках. Когда нужно начинать вот, заниматься здоровьем зубов детских?
молочные зубы. Надо ли их лечить или они, в общем, сами выпадут скоро? Да, к сожалению, даже на сегодняшний день достаточно широко такое вот бытует мнение, что молочные зубки, зачем их вообще лечить? Они все равно временные, они же выпадут. Ну и что, что они там черные, ну и что, что там ползуба нету, ну и что, ну они же выпадут. А что на самом деле? Это не что, это, они нам не просто так даны, да, то есть все это не просто так, ничего в организме лишнего не бывает, и все это имеет какую-то роль обязательно, поэтому если зубки у деток больные, то это очаг инфекции, которая воздействует на зачатки постоянных зубов, то есть шанс прорезывания уже постоянных кариозных зубов очень велик, безумно велик, то есть и прорезываются зубки, и мама говорит, ну как это, прорезались новые постоянные, а все не вот в дырках, и уже это же... А это уже на всю жизнь, это уже очень большая проблема. Поэтому следить за зубками надо с момента первого появления первого зубика. На сегодняшний день спектр детской... средств гигиены тоже очень велик. То есть для маленьких деток существуют такие вот как бы щеточки, которые одеваются на пальчик, да, они силиконовые, и мама просто прочищает. Если как бы нет этой возможности просто как бы вернуть пальчик марлечкой, да, смочить даже просто в обычной водичке, либо в каком-то растворе там ромашечки, и просто протереть зубик, этого уже будет достаточно. Но все равно ребенка надо приучать. И, конечно же, стараться приучать ребенка полоскать рот, потому что, конечно, сейчас детские зубные пасты, они уже идут уже с допуском, что даже если чуть-чуть ребенок проглотит, это как бы не вредно, потому что все соединения, которые такие токсичные, они туда просто не входят, в детские зубные пасты, которые особенно там до 4 лет. То есть, и, конечно же, родители должны следить, то есть, когда они покупают своему ребенку первую зубную щетку, первую пасту, они должны смотреть на ограничения по возрасту, потому что это очень важно. Это как бы отражается и на размере головки зубной щетки, соответственно, удобство ребенка, чтобы он там ничего себе не травмировал, не сделал себе больно. Сделать ребенок себе больно, он больше себе никому не допустит, да, к своим зубикам. И также самые пасты. Они на сегодняшний день разных вкусов, всех очень вкусных. У меня, например, ребенок очень любит ее стать и просто вот ее кушать, вот, и поэтому надо очень, ну, как бы чуть-чуть, буквально так вот, еле заметно ее, играя с ребенком, намазывать, чтобы все-таки риск проникновения в организм был минимальный, потому что, ну, какая бы это ни было, но это все равно химия. Когда нужно посещать детского стоматолога? Тут вот значение профилактики тоже велико? Или когда уже заболел зубик, надо идти? Или показывать в принципе, ребенка? Даже вот уже прорезались молочные зубки, то есть даже просто в форме игры, то есть родители должны этому уделить очень много внимания, то есть потому что если не рассчитывать, что они просто пришли к доктору, оставили ребенка, и доктор сделает все невозможное, это ошибка, потому что основная роль – это родительская. Если родители должны подготовить, поговорить, вплоть до того, что несколько посещений, они могут просто прийти поздороваться с дядей либо с тетей доктором, просто поговорить, подружиться. То есть на сегодняшний день в детской стоматологии это очень много... И для этого приспособления врачи есть мультики, да, которые мы включаем на детском приеме, включаем песенки, обязательно какие-то призы деткам, обязательно ребенок, который уходит от стоматолога, он всегда должен быть с подарком. Как правило, и дети это уже знают, и либо подарок обещает мама, либо папа, либо тетя доктор, либо дядя доктор. Поэтому это комплексный подход. Он на что он идет? Он идет на то, чтобы у ребенка не было страха, на то, чтобы ребенок дал возможность, да, грамотно ему как бы оказать стоматологическую помощь. Потому что если ребенок не откроет рот, то качество помощи будет достаточно низким. То есть доктор не сможет, как бы он ни хотел, ни желал, да, ну, при закрытом рте, да, ребенка помочь ему, так как полагается. Вот, поэтому роль велика, начинать надо чуть ли не с годика, с два, то есть можно просто приходить, показали, все, шли, все. Дома можно перелечить всех зайцев, медведей и бегемотов, кого угодно. Доктор может подарить, как бы, да, какой-то набор, там, да, такой нетравматичный, там, какое-то зеркальце, какой-то слюноотсос, какую-то масочку, и ребенок играющийся, он уже будет приходить, доверять. То есть, как правило, да, вот так вот приходят. Даже самые истеричные дети, они на третье-четвертое посещение, они уже открывает рот, но это должна быть работа. Работа совместная врача и родителей. Юлия Андреевна, к сожалению, время у нас ограничено. Еще хочу успеть задать этот вопрос. Очень многих людей волнует красивая белоснежная улыбка. И для этого там
предпринимаются всяческие меры. Ну, наверное, самое безобидное – это отбеливающая зубная паста. Насколько она вот безопасна для здоровья зубов? И вообще любые отбеливающие процедуры? Вот несколько слов об этом. Зубная, значит, отношение зубной отбеливающей пасты. Я уже касалась, что пользоваться не надо совместно с обычной, да, зубной пастой, которая у вас есть, не больше 2-3 раз в неделю. То есть я как обычно своим пациентам говорю, понедельник, среда, пятница – это день отбеливающей зубной пасты, все остальные дни – это обычная зубная паста. То есть вот такой вот, вот календарик. За счет чего она отбеливающая? Она отбеливающая в основном за счет более абразивных частиц, как бы, которые входят в нее, потому что все пасты, они состоят там, да, из абразивные, лечебные компоненты, ароматизаторы и пенообразующий элемент. То есть это как бы основные вот элементы, которые входят в зубную, любую зубную пасту. Там уже дальше они уже немножечко отличаются. Как правило, химических каких-то компонентов, которые непосредственно вот супер влияют на эмаль, нет, потому что каждый человек индивидуальный, то есть, ну, это же риск, да, человек может сам себе нанести какой-то вред. Поэтому любое профессиональное отбеливание происходит только в кабинете у врача. К этому есть тоже определенные показания и противопоказания. То есть наличие каких-то реставраций, пломб, трещин на зубах – это уже является противопоказанием, да. И отбеливание зубов, оно, конечно же, влияет на эмаль. То есть сказать, что оно не влияет совершенно, нельзя. Да, оно влияет, так же самое, когда мы красим волосы, да, они влияют на наши волосы, да, мы потом делаем очень много различных способов, да, применяем для того, чтобы эти волосы как бы держать в состоянии. Так же самое и с зубами, вот. И это показано, но я не могу сказать, что это показано всем, и мы всем говорим, отбеливайте зубы. Спасибо, Юлия Анатольевна, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, сегодня пришли в нашу студию, ответили на все наши вопросы. Спасибо большое вам. Спасибо вам. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Це вас хвилює». Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.